нас прекрасные доверительные отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном уважении. Они могут иметь очень-очень много аспектов, которые представляют взаимную выгоду. Как передает канал 13, об этом в интервью «Аргументы и факты» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Что касается Армении, Песков назвал отношения с ней тоже исторически хорошими. У нас большое количество интеграционных процессов, которые приносят Армении изрядную выгоду, как политическую, так и экономическую, сказал он. Коснувшись вопроса о 44-дневной Карабахской войне, пресс-секретарь Путина отметил, что о личной роли, которую сыграл Владимир Путин, чтобы остановить войну, должны помнить все.